Всех с праздником, особенно женщин. 100 лет назад по выражению Владимира Ильича Ленина была опрокинута, залитая кровью и грязью телега романовской монархии в России. Было ликвидировано самодержавие, сбылась мечта трудящихся многих поколений, лучших умов нашей страны. Мечта о том, что когда-нибудь настанет время, когда самовластью, единовластью, царизму придет конец. И вот под натиском питерских рабочих и перешедших на их сторону солдат Петроградского гарнизона была повержена 300-летняя власть династии Романовых. Особую роль, и мы не случайно собрались в этот день, в этом процессе сыграли женщины. Женщины, уничтожившие русскую монархию. По-моему, это звучит прекрасно. И вот сегодня, спустя 100 лет, после тех памятных событий, мы склоняем головы перед памятью всех павших в те февральско-мартовские дни. И мы говорим о том, что это та ситуация столетней давности, она, конечно, может быть в каком-то смысле спроецирована и на день сегодняшний. И мы не случайно сделали главными центральными лозунгами нашей сегодняшней акции лозунги «Ни царей, ни президентов, ни Путина, ни Навального». Мы считаем, что та форма президентской власти, президентского самодержавия, она очень напоминает то, что было упразднено 100 лет назад. И мы считаем, что наш народ и очень устал от этих спектаклей, которые разыгрываются раз в несколько лет, когда нам предлагают на роль очередного спасителя нации, очередного национального лидера, очередного монарха, квазимонарха, то действующего президента, то каких-то господ, как говорят в боксе, спарринг-партнеров, типа Навального, Зюганова, Явлинского, Жириновского и прочих претендентов на роль тех, кто будет нас якобы осчастливливать. Этой ситуации мы не приемлем. И поэтому проводим сегодняшний митинг.